Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня начинаем нашу прогулку с острова Тиберина. На черно-белых фотографиях прошлого века, выставленных на набережной Тибра, улицы и достопримечательности Рима мало чем изменились и хорошо узнаваемые. Очень люблю рассматривать такие фотографии. Фотография 1962 года. Смотрите направление термини. Это тоже фотография 1962 года. Замок Святого Ангела. А это сцена из фильма «Мама Рома». Съемки проходили в знаменитом парке акведуков. Атмосферные места. Через час-другой здесь будет очень-очень много народу. Давайте перейдем на другую сторону Тибра. По всей набережной работают магазинчики, где можно купить сувениры, одежду, обувь, изготовленную вручную. Да и просто пройтись вдоль торговых лавок и порассматривать товар – тоже одно удовольствие. Можно полюбоваться Римом с борта теплохода, совершить небольшой круиз по вечному городу. Ссылку на сайт, где можно купить билеты – оставлю под видео в прикрепленном комментарии. В летнее время набережная Тибра становится самым ярким местом ночной жизни. Сейчас 6 часов вечера. В это время на набережной еще немного пустынно, но скоро картина изменится, и сюда начнут подтягиваться туристы и местные жители. И это зона для отдыха. Скоро зажгут свечи. Сюда люди присаживаются отдохнуть и выпить аперитив.
Где-то с 5 до 8 вечера все ресторанчики на набережной Тибра предложат вам аперитивы. Здесь, например, цена аперитива 10 евро. Вы можете выбрать любые закуски, и в цену входит один напиток. А здесь через дорогу уже район Трастевери, пьяцца Трилуса. И сейчас я предлагаю вам самостоятельно прогуляться по Трастевери. Ведь в последних видео я показывала вам эти же места только утром, а в вечернее время они более атмосферные и живые. Приятной вам прогулки, друзья! Окунитесь в атмосферу вечного города. Музыка. Only music now. Thank you.
И вновь набережная Тибра. А теперь давайте немного прокатимся. И не спешите закрывать видео, досмотрите его до конца. В конце видео для новых зрителей моего канала я включила несколько сюжетов из разных видео. На моем канале накопилось уже много видео о Риме. И тем, кто планирует поездку в Рим, советую их пересмотреть. Они помогут вам в планировании вашего отпуска. А я на этом буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья!
Melodrando, sai che cavaccia che sta.